Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. У этого имени очень сильно развиты интуитивные способности, они отличаются повышенной чувствительностью, эмоциональностью, нежностью, склонны проявлять сострадание по отношению к окружающим. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Для людей с этим именем присущи временные материальные амбиции, уступающие место тревоге, а порой борьбе за достижение внутреннего покоя и равновесия. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Покровительство Луны дает владельцам этого имени огромный потенциал духовного роста, хотя из-за подверженности чужому влиянию они часто кажутся лишь бледной тенью своих спутников. Согласно нумерологии, обладатели этого сверхъестественного имени склонны к мистике и оккультным наукам. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.